Все сейчас отлично идет, чувствую себя тоже хорошо. В процессе тренировочном полная самоотдача, полностью выкладываюсь и жду 26 числа. Все четко. Побьем лапы, поработаем на ногах, потом поедем в зал бокса и там раскидаемся хорошо. Завершили тренировку, отлично поработали, поборолись, раскидались. Сейчас поедем еще на одну тренировку и будем выжимать максимум. Одел очки, выпил кофе, выпил озоновую воду. Шапку одел, пошли и поехал. Про участие в гран-при, да, я думал, но нецелесообразным посчитал его, потому что, да, одно дело ты сделаешь вес, но другое дело еще подраться надо, поэтому это для меня, может быть, сыграет для меня аж такую злую шутку, да, скажем так, и я не стал туда залезать, гонять там по 20 килограмм, чтобы потом драться, поэтому я ни туда не залез. А так, там интересные гонорары, и бойцы тоже такие хорошие. Ну, к лучшему, да, там есть бойцы, с кем я особо не хочу драться. Да, и вообще не дрался бы. Поэтому останемся 7-7 и будем продолжать в этом весе. Не стоит свое сердце сажать там, когда ты можешь на 7-7 также выстрелить. Да, вот сейчас 4 боя там у меня сейчас. Пятый бой титульный. Я вообще когда переходил со своим врачом, он говорил, все, 7-7 наш, вот надо нам забрать. Рыжка. Да, мы приехали в Каспийский зал бокса под названием «Стекляшка». Здесь я провожу свои тренировки по боксу. Вот сзади хочет что-то сделать. Раскидываю, здесь тренер тоже подъедет. Короче, эта школа богата своими чемпионами. Битерби, Селимов, Рамазанов, все вот здесь. Короче, все боксеры-профессионалы, ну 90% хороших боксеров-профессионалов выросли именно в этой школе. Вот здесь у молодых проходят спарринги, а мы будем делать свою работу, работать на грушах, работать на лапах. И все, больше раскидываемся, да, после борьбы. Работаем на выносливость, бегаем, в парах стоим. Ну, тактика, технические действия. Изучаем, я смотрю его бои, он тоже такой неплохой парень. Если он плохим был бы, он титул не завоевал бы. Довольно-таки серьезный соперник. Но мы будем стараться хорошенечко, чтобы победить его, иншаллах. Выжимаем максимум. Сейчас доработаем еще пару раундов. И в конце. Над статикой, да. Как любит говорить Сафар, статика без остановки.